Современная женщина, по мнению участниц сообщества искитимских мам, находит время не только на семью, но и на интересные и полезные занятия. И эта выставка тому доказательство. Творчество вообще всегда в моей жизни было. То есть я очень давно занимаюсь вязанием, и скрафтбокингом, и кулинарией, кондитерские изделия. Это всегда было мое, любимое и близкое мне. Но после того, как у меня родился ребенок, времени стало побольше этим заниматься. Ну и я решила не только радовать своего ребенка игрушками ручной работы, ну и других малышей. Объединение искитимских мам существует уже 2 года. В основном женщины общаются в интернете. Иногда проводят встречи, где делятся друг с другом полезной информацией и учатся какому-нибудь ремеслу. Таланты участниц сообщества, считает организатор Жанна Прохорова, не должны оставаться незамеченными. Поэтому возникла идея создать выставку. Как я привыкла говорить, декрет меняет людей. Очень часто мамы не возвращаются после декрета в свою профессию основную, либо которая была у них до декрета, потому что открывают в себе новые таланты. Конечно, в нашем сообществе гораздо больше талантливых мам, чем которые представлены сегодня. Не все смогли участвовать, но, тем не менее, это большой, я считаю, прорыв для мамочек, чтобы город узнал о том, какие есть у нас мамочки. Ирина Одинцева – мама 3 детей, по профессии инженер, но в последние годы серьезно увлеклась творчеством. Занимается созданием изделий в технике скраббукинг. Начиналось все с обучающих материалов, но со временем это хобби даже стало приносить доход. Вдохновила меня, конечно же, как мы все мамы, да, уходим в декрет, вдохновляют наши дети, наша беременность, скажем так. Вот с этого все и началось. Творческих мам благодарят за участие и награждают грамотами. Тем временем гостей выставки ждут конкурсы и викторины. Смысл подарка – жизнь будет радостной и яркой.